Привет, друзья, еще раз здравствуйте. Hello, everyone. Сейчас я поговорю немножко по-русски, потом скажу все то же самое по-английски. Later I will tell you everything the same in English. Итак, друзья мои, сейчас мы можем с вами наблюдать и изумительную панораму Южно-Китайского моря. Время заката солнца. То есть солнышко сейчас совсем недавно село, еще видны его лучи из-за горизонта. И видна спектральная радуга из-за горизонта, из-за линии горизонта. Очень красивый вид открывается. Вот здесь у нас такие есть всяческие водоросли и камушки. Не очень красивые, но это не важно. Вот здесь у нас есть остров. Если присмотреться, там даже есть маяк вдалеке, на этом острове. А здесь у нас есть перистые облака. Очень красивая радуга. Очень красивое спектральное распределение лучей. И очень красивая картина. Ну, как по мне. Я нахожусь сейчас в городе Гудад. Это северо-восточная конечность острова Борнео, малайзийская часть. И здесь есть даже специальный такой памятник, монумент под названием «Наконечник, оконечность Борнео». То есть я нахожусь сейчас именно в этом месте. И перед вами закат над Южно-Китайским морем. Здесь у нас есть такой маленький, как бы сказать, бережок туристический, где все ходят, фотографируются и развлекаются различными съемками. Итак, я сейчас перейду на английский для тех, кто не понимает по-русски. Hello everyone, hello, sorry that I was speaking in Russian. Now I will speak in English the same. Now you can see that sunset, amazing sunset on South China Sea. I am situated in island Borneo. There is a third by square island, one of the biggest islands in our planet. And now I am situated in his northern eastern tip. It's the end of the island, and here is the South China Sea. Here is a place for making photo for tourist shootings. Just now, maybe 10 minutes ago, the sun was hiding under the horizon, and we were able to see an amazing sun rises from the line of horizon. Can you see? Yeah, thank you. And here very, very beautiful clouds. Also, now in the center of frame, you can see the island and even sea light at the top of the island. If you will see. Okay, let's back to sunset. Can you see the lights, lines? There is sun rays. Sun just hided on the horizon. Итак, друзья, возвращаемся на Великий Могучий. Мои путешествия продолжаются, я странствую уже третий год и продолжаю посещать интересные места с интересными достопримечательностями. Вот сейчас мы можем наблюдать очень-очень красивую картину. Я, к сожалению, не в Азовске, не могу писать картины, но я могу их снимать либо фотографировать и делиться ими с вами. Поэтому наслаждаемся этими красками, которые очень мастерски и профессионально рисует природа и дарит нам Матушка Земля. Друзья, мы на этом сайте, на этом канале можно увидеть много интересного, поэтому не забывайте подписаться, поставить лайк, прокомментировать хорошими словами. Простите за сбивчивый рассказ, я на самом деле под впечатлением. Да, кстати, буквально вчера был большой праздник, ровно 2 года, как я не употребляю спиртное, так что не подумайте, что я пьян, ни в коем случае. My dear friends, don't forget to subscribe this channel. Here you will be able to see a lot of amazing videos from all over that countries where have I been.
also now in the first cloud somewhere here. Here you can see the moon that already start to appear. Don't forget to subscribe, to give me a like, and say something good, give me a nice comment. I wish you all the best, guys. See you on this channel. My name is Oleg Petrov. I'm a Ukrainian traveler who is researching the world already third year, almost for free, and to be continued. In this channel you will see a lot of incredible video. Keep in touch. See you around. Друзья, мы увидимся на этом канале. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы. Любите природу.